Уважаемые пассажиры, скоростной электропоезд до станции «Железнодорожная» отправится в 16 часов 42 минуты. С четвертого пути платформа Горьковского направления. Скоростной электропоезд до станции «Железнодорожная» отправится в 16 часов 42 минуты. С четвертого пути платформа Горьковского направления. Поезд проследует с остановками «Нижегородская». Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка. Скоростной поезд номер 732 «Ласточка» с сообщением «Москва», «Нижний Новгород». Отправление поездов 16 часов 37 минут. С пятого пути платформа Горьковского направления. Нумерация вагонов с головы поезда. Продолжается посадка. Скоростной поезд номер 732 «Ласточка» с сообщением «Москва», «Нижний Новгород». Отправление поездов 16 часов 37 минут. С пятого пути платформа Горьковского направления. Нумерация вагонов с головы поезда. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции «Крутое» отправится в 16 часов 33 минуты. С восьмого пути платформа Горьковского направления. Пригородный электропоезд до станции «Крутое» отправится в 16 часов 33 минуты. С восьмого пути платформа Горьковского направления. Поезд проследует со всеми остановками, кроме Есина. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, скоростной электропоезд МЦД-2 с сообщением на Алло. Поезд отправится с восьмого пути платформа Горьковского направления. Сведения пассажиров. Пригородный электропоезд сообщение Москва-Захарово. А это будешь выкладывать? А?